Всем привет! Это видео про Валерию Матвееву, участницу шоу «Пацанки» третий сезон. Валерии 27 лет, она из Сыктывкара. У Валерии есть мать, которая Валерию никогда не любила, поэтому сейчас они даже не общаются. В 14 лет Валерия оступилась, украла телефон, за что ее посадили в колонию для несовершеннолетних. Мать была рада, что Лера села за решетку, и это стало для девушки большим потрясением. С того момента Валерия тоже возненавидела свою мать. С отцом Лера общается, его зовут Дмитрий, он женат, и у него, кроме Леры, есть еще две дочери. Воспитывала Валерию и была с ней рядом в трудные минуты бабушка. Валерия – единственная участница шоу «Пацанки», у которой есть ребенок, дочь Ариадны, которую она очень сильно любит, настолько, что решила измениться ради нее. Ариадна учится в школе и занимается танцами. Живет Лера с дочкой в деревянном частном доме, у них есть свой огород. Работает Лера фитнес-тренером, парикмахером, стилистом и тату-мастером. Работает девушка на износ, чтобы обеспечить себя и свою дочь, ведь мужчины рядом с ними нету. И нужен ли он Валерии? Ведь Лера бисексуалка и последние годы отдает предпочтение девушкам. На данный момент Валерия также встречается с девушкой. После проекта Валерии Матвеевой действительно изменилась, она стала более женственной. Теперь дочка должна гордиться, что у нее такая красивая мама. Кому нравится Валерия, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал. До скорого!